Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня речь пойдет об вот таких вот колонках. Это колонки, корпуса здесь 3AS. Здесь родной динамик стоял 3GD40. Тут были алюминиевые такие уголочки. Я их убрал, чтобы меньше звенело. Внутри корпуса выглядят сейчас вот так. Я их проклеивал, зашумел немножко. Здесь на данный момент стоит динамик 8GDSH 4.2, по-моему. Ну, я напишу, если я ошибся. Такие динамики, они устанавливались, по-моему, в колонке Sirius. Вот. А эти динамики именно у меня были автомобильные старые колонки, пластиковые, Россия. Вот эти динамики оттуда. Я зашумел корзину снаружи и там совнутри, карпетом. Но это у меня корпуса от тех колонок самодельных, которые я в прошлых видео я вам показывал, в одном из видео. Можете посмотреть, если хотите, они мне не понравились. Так, и подключенные, значит, будут вот к такому усилителю Romantica U120 стерео. Данные колонки не годятся для музыки такой, ну, какой-нибудь там техно, диско. Они там, где много баса, вот, они для этого не предназначены. А вот живые инструменты и вокал, они передают чудесно на самом деле. Поэтому я и решил их снять и записать именно те старые песни, на которых они более-менее хорошо звучат. И звучат они действительно очень неплохо. Единственная песня у меня будут все в MP3, непонятно в каком битрейде. И плюс еще и смартфон будет подключен в качестве источника звука. Но я думаю, звук, он характер звука все равно какой-то передаст. Посмотрим, как это все будет, снимет. Опять же, смартфоном буду снимать. Вот. И как еще YouTube пережмет. Потом я прослушаю и буду, ну, запишу, что там на мой слух, какие разницы есть в натуральном звучании, либо же на записи. Еще что хочу сказать. У меня была когда-то система 2.1 Top Device 249, по-моему. Вот. И, значит, у меня не было сателлитов родных. И я подключал вот эти вот колонки. И подключал еще с 3GD40. Я его, может быть, потом вам покажу. Я его уже снимал. Я там как снимал, что я его обклеивал. Потом еще фильтр такой сделал. Получается, резистор 10 Ом, 2 Ватта. Наматывал на него 25 витков, по-моему. Да, где-то так параллельно. Вот, чтобы там горб уменьшить. И что хочу сказать. И вот эти вот динамики пробовал. 8 ГДШ. И еще 3GD38. Вот, что хочу сказать. Вот, вот эти вот динамики бумажные. Они настолько вот именно при поддержке сабвуфера неплохо играли. Но, конечно, какой там усилитель в этом топ-девайсе был, но он довольно грязно, короче, передавал все это, но сам характер звука был просто отличный. Даже вот если сравнить с какими-нибудь такими колонками, которые, ну, уже среднего звена, советские, там, может, Romantic какая-нибудь 25AS, вот, или же, ну, с этими какими-нибудь там, с ПК-колонками вообще не сравнится, потому что вот эта такая яркая середина, мне вот как-то друг принес починить соло, ну, микролаб, по-моему, соло 1 или соло 2, я уже не помню. Я дома в тот момент слушал вот эти вот колонки вместе с сабвуфером. Так просто это соло, оно просто какой-то глухой ящик по сравнению вот с этим. Ну, вообще не понравилось. То есть за маленькие деньги, совершенно за маленькие деньги, я вот не знаю, напишите в комментариях, какие колонки, чтобы вот не заморачиваться вот этой системой 2.1, а чтобы они были вот стерео,
И вот какие колонки, допустим, даже самые из советских колонок, вот могут выдавать именно такую хорошую середину? Потому что, ну, я их мало слушал, советские колонки. Мне приходилось вот Романтика 25 АС слушать. Ну да, они гудят там, ну, они громкие, как бы сказать, все. Но вот этой вот детальности середины, ну, нету этого. Вот в этих есть. Но в этих нету баса совершенно, то есть им нужен сабвуфер. Ну вот такое вот маленькое мое мнение. А теперь давайте послушаем. Перед зеркалом девчушка лет 5. Перед зеркалом девчушка лет 5. Хохотушка и вертушка. Время не убавляет ход. В отражениях забытых единственная моя.
разве что кто-то. Что мы?